Нюша может быть и кажется скромной в общении девушкой, но ее пристрастие говорит совершенно обратное. Оказывается, юная поп-звезда обожает красивое нижнее белье. Ох, Нюша, да ты у нас шалунья. Забирай свою вторую строчку десятки самых. Ну, кто сказал, что увлечения звезд должны быть непременно оригинальными? Нюша, например, считает, что женщина должна быть женщиной, а значит, любовь ко всевозможным рюшам обязана быть заложена в ней самой природой. Это на концертах, во время выступлений или на съемках клипов юная звезда выглядит, так сказать, по-пацански. Но как только представляется удобный случай, девушка надевает красивое платье или закутывается в меха и чувствует себя необыкновенно комфортно. Стоит ли говорить о том, что кружевами на платье дело не ограничивается? Девушка питает слабость к красивому нижнему белью. Это тоже, наверное, все-таки мой фетиш, потому что это самое, наверное, личное и интимное, то, что на нас одет. Для нее это больше, чем фетиш. Нюша вкладывает в свое увлечение особый смысл. Вот лично от того, какое я белье одену, зависит, то есть, и мое настроение, и мое состояние. То есть, это прям то, что дает мне определенную, наверное, энергию. Кроме того, как и все девочки, артистка увлекается коллекционированием сережек. Очень красивые серьги, но в данный момент у меня не очень такой ненавязчивый вариант, но вообще я люблю самодельные такие вот интересные, какие-то оригинальные украшения, какие-то древние, может быть, какие-то пейсы, то есть это очень все мне нравится. Коллекция насчитывает столько лотов, что артистке впору открывать свой ювелирный магазин. Что ж, Нюша, вторая строчка рейтинга 10 самых сегодня однозначно твоя.